этом легко разместить образом не связано с железными представителями животного мира. Просто у них там на Западе почему-то так принято называть танки. Не знаю, почему у зарубежных производителей компьютерной игровой продукции танки ассоциируются с пантерами, лично мне трудно представить себе танк, который сначала долго сидит в засаде, а затем вдруг резво выпрыгивает оттуда и начинает гоняться за своей жертвой, пока наконец не поймает ее. Хотя кто их там знает, какие у них там танки. Итак, «Стальные пантеры 3». Пошаговая стратегия от фирмы Strategic Simulations. Смысл игры, как и у каждой похожей на нее, выиграть бой у соперника. Вы можете проиграть сразу несколько сценариев, либо пройти всю кампанию, играя за одну из сторон. Кстати, в игре вы можете выбрать страну, интересы которой собираетесь отстаивать на поле брани. Всего стран 55. Есть вариант боя, вы можете сами выбрать себе технику и расставить ее на поле так, как вам нравится. Также есть возможность составить свой сценарий боя и разыграть его. Драться можно как с компьютером, так и с живым соперником. Игра «Стальные пантеры 3» очень напоминает шахматы, только здесь вместо фигурок различного рода бронетехника. И поле поделено не на квадратики, а на шестиугольники. Чем примечательна данная игра? Во-первых, в ней присутствует вся реальная боевая техника, начиная со времен Первой мировой войны и кончая суперсовременными чудесами науки и техники конца 20 века. Во-вторых, со всей этой техникой можно ознакомиться, покопавшись в энциклопедии, в которой даны тактико-технические характеристики всего действующего в игре вооружения. Я прошу не использовать мое мнение как критерий оценки этой игры, но тем не менее скажу, что для меня игра про «Стальных пантер» не показалась слишком интересной. Дело в том, что я с детства не испытывал особой страсти к играм с передвижением фишек и всему прочему, что требует терпеливого сидения. Но зато я с удовольствием прочитал всю энциклопедию по вооружению, которая присутствует в этой стратегии. Кроме того, если учесть то упорство, с которым фирма Strategic Simulations клепает подобные вещи, а также учитывая тот факт, что только «Стальных пантер» вышло как минимум 3, можно сказать, что у этих игр тоже есть немало почитателей. Я думаю, что ей несомненно заинтересуются те, кто увлекается историей вооружения, поскольку игра представляет собой возможность не только посмотреть на предмет своего интереса, но и попробовать его в действии на своем друге. Броня крепка, и танки наши быстрые.